Красноярске полицейские задержали взломщиков банкомата. Неизвестные пытались похитить более 5 миллионов рублей. Злоумышленники оказались изобретательными. На дело, так сказать, они отправились в масках, точь-в-точь, как в известном голливудском фильме «В, значит, Вендетта». Вскрыть банкомат они пытались с помощью лома и молотка. Однако в здании сработала сигнализация. Взломщики скрылись с места преступления. Однако оперативникам в течение суток смогли установить личности предполагаемых преступников. Полицейские задержали двух молодых людей, 19 и 20 лет. Оказалось, что они безработные. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. И сейчас оба молодых человека задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158. Попытка кражи, попытка взлома в особо крупном размере. Ведется дальнейшее следствие.